Как обычно, начинаем с новостного фона. И хочу обратить ваше внимание, что сегодня выходили данные по Соединенным Штатам, изменение числа занятых от ADP за апрель. И как вы замечаете, здесь вот данные вышли хуже, чем прогнозы и хуже, чем предыдущее значение. 169 тысяч, да, 169K, да. Что еще здесь? Вот затраты на рабочую силу за единицу продукции 5%. Затраты увеличились, но это влияние очень низкое, да, низкая волатильность. И производительность в несельскохозяйственной сфере ниже, значит, опять снизилась на 1,9%, хуже, чем прогнозы. Так, сейчас слышно, но, к сожалению, есть вероятность, что не дотянем до конца семинара все-таки. Но я объясняю, попробую объяснить быстро. Да, вот по евро-доллару, Смотрите, если пробиваем 12, ну, в принципе, вот сейчас вот уже после плохих данных по Соединенным Штатам, значит, количество занятых по ADP снизилось до 169 тысяч. И вот если пробиваем 12,80, получаем, вот это уже будет следующий импульс.